Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с участниками клуба «Активное долголетие» осмотрел обновленную экспозицию в усадебном доме в Захарове. Партийцы поддержали мероприятие в рамках реализации проекта «Культура малой родины». В 2022 году здесь провели серьезную реставрацию. Заменили кровлю, террасы и ступени, утеплили фасад, отреставрировали оконные ставни и колонны. Внутри усадьбы уложили износостойкое покрытие, перекрасили стены залов, установили направленное освещение, элементы навигации и интерактивные панели. Расширился и выставочный фонд. Теперь посетители могут увидеть 12 залов, а не 10, как раньше. Увлекательную экскурсию по обновленной экспозиции для гостей провел директор Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина Александр Рязанов.